был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Лет 10, 12, бедовый, из тех, что в главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтован. Встречают нас, как дорогих гостей, машины объезжают на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд, выносят мыло с полотенцами к танкам. И сливы недозрелые суют. Шел бой за улицей, огонь врага был страшен. Мы подбирались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился в столько всяких дыр. И тут к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я узнал, она вон там, в саду. Да где же, где же? Отдайте, я на танке поеду с вами и прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы к месту катим вчетвером. Стоит парнишка, а мимо мины пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчету мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот. Душила гарик опыт. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал, спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал. Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить.